Всем привет! Вы на канале Work World. Я для вас сегодня сделал очень информативный ролик, посвященный видам арбайтов и работы на них. Эту информацию должен знать каждый, кто собирается ехать на работу в Корею. Потому что многие именно из-за незнания этой информации теряют много денег и времени по приезду впустую. Так давайте и начнем. А начнем мы с того, чтобы вы разобрались в понятиях арбайт и самуши. Арбайт – самая доступная работа для человека без рабочей визы. Арбайтен в переводе с немецкого языка означает «работать». По какой-то причине низкоквалифицированная работа в Южной Корее называется схожим словом «арбайт». Самушиль в переводе с корейского языка означает «офис», причем не обязательно рабочих. Можно сделать вывод о том, что арбайт и самушиль имеют одно и то же значение понятия «офис». А теперь самое главное, друзья, что вам нужно знать. Первый вариант – это илёк, офисы по найму работников. Оплата производится каждый день после рабочего дня. Комиссия илёк составляет 10% от заработной платы. При этом заработная плата очень высокая, и в среднем она составляет 100-120 тысяч в день, это уже с учетом вычета процента. Для того, чтобы работать на этом самушиле, необходимо снять самому жилье. Потому что его не предоставляют, и приходить нужно каждый день в этот офис рано утром и ждать, пока придут саджаны, у которых есть работа, чтобы забрали именно вас. Чтобы устроиться на такой самушиль, не нужно платить денег, искать агента, кто бы мог трудоустроить вас, достаточно просто прийти в этот офис. Но если вы новичок, не имеете азиатскую внешность, не знаете корейский язык, у вас нет ID-карты и знакомых, которые могут порекомендовать вас вашему боссу и поручиться за вас, то, скорее всего, вы будете просиживать штаны на таком самушиле изо дня в день и почти ничего не заработаете. Такой вид самушиля подойдет только для тех, кто уже давно в Корее и знает хотя бы корейский язык на уровне понимания. Но это не значит, что не стоит попробовать. Возможно, что на одном из самушилей нехватка рабочих рук, и они с радостью возьмут рабочих, чтобы зарабатывать с вас. О том, как найти самушиль, я детально описал в своем курсе. Эй, друзья, всем привет! Посмотрите, где я нахожусь. Я сейчас нахожусь в самом центре Южной Кореи, в самом центре Сеула, на районе Гангнам Стайл. Ой, эта песня так называется, но вы знаете, район Гангнам и улица Гангнам. А, вот, это очень мажорская улица, дорогая, красивая, с офигенными видами. И я всегда, когда приезжаю в Корею, я здесь, так сказать, кайфую, смотрю на здания, вдохновляюсь, заряжаюсь энергетикой. А, вот, мне просто здесь кайфово находиться. И даже сейчас я, прогуливаясь по этой улице, получаю сообщение по поводу, как уехать в Корею, как там купить билеты в Корею, какой рейс брать там, в какой город лететь, когда сезоны в Корее, когда там, какие виды работы есть в Корее. В общем, очень много разных вопросов приходит. Я понимаю, что люди не понимают этого. Ну, это проблема. У меня была такая же ситуация несколько лет назад, когда я также думал, что делать, как, куда бежать, к кому обращаться, что писать, кому писать, где брать информацию. Вот, так вот для вас, друзья, я же специально сделал курс, посвященный тому, вообще всему посвященный, как уехать, какими там авиалиниями лететь. Что, блин, я не знаю, там очень много ответов практически на все ваши вопросы. Про сезонность работы в Корее, про саму работу, какая работа здесь есть, все расписано в таблицах и так далее. То есть, благодаря этому курсу вы очень много для себя откроете нужной и важной информации. Благодаря этой информации вы сэкономите кучу денег. Просто я знаю, есть люди, которые просто загорелись уехать в Корею и хотят ехать через агентство, хотят своим ходом. Но своим ходом не может так просто получиться, не затратно, потому что люди, получается, тратят деньги на такси с аэропорта. Вы представляете, сколько это денег? То есть только на этом они могут потерять больше там $100, потому что они просто боятся. В своем же курсе я это все рассказываю, как ориентироваться и так далее. Поэтому, друзья, если вы не хотите
потратить, я не знаю, неделю жизни на Ютубе в поисках всей этой информации, все равно в сжатом виде вы ее нигде не найдете. Где-то ее вообще нету. Вот. И чтобы не тратить такое количество времени, я понимаю, что вообще всю информацию можно найти на Ютубе. Практически всю. Вот. Ну, такую банальную, как прилететь в Корею, как улететь. Но вы потратите капец сколько много времени. Здесь это все в сжатом виде. Я специально для вас создал просто лялечку, благодаря которой вы сэкономите, уедете в Корею, начнете зарабатывать и, надеюсь, измените свою жизнь к лучшему. Поэтому, друзья, все в ваших руках. До встречи в Сеуле. Кстати, да, друзья, чтобы ознакомиться с информацией о том, что будет в курсе, что включает в себя курс и так далее, вот будет ссылочка здесь в описании вверху, надеюсь, она сейчас появится. А еще ссылки все в описании будут. Поэтому смотрите, ознакомьтесь. И я надеюсь, что этот курс вам поможет. Удачи, друзья! Второй вариант – это постоянные самушили. На таких самушилях Саджан предоставляет квартиры и показывает вам офис, в который могут прийти только те, кто живет в этой квартире. Или же другой вариант – вы живете прямо на самушиле, так называемом, который больше похож не на офис, а на большой дом, куда приезжают люди и забирают вас прямо оттуда. В таком случае работу он дает только тем, кто находится на этом самушиле и числится в его списках. Другие люди не могут прийти и начать работать. Соответственно, для такого самушиля вам не нужно знать корейский язык, иметь азиатскую внешность как приоритет или иметь ID-карту. Вам просто достаточно хорошо работать, и тогда у вас будет работа. Кстати, по поводу питания. Питание предоставляют Саджаны на работе. Полноценный обед плюс кофе-брейки. Ранний завтрак и поздний ужин уже сами готовите дома. Такого вида самушили не найти на карте, поэтому попасть на такой самушиль можно только через агента, который скажет, в каком городе он находится и как туда доехать. Ну и соответственно, за свою помощь вам он возьмет агентские с вашей зарплаты. Еще очень такой интересный факт, что если вы работаете на таком самушиле и работа каждый день, вы не можете просто так отказаться от работы или взять выходной по своему желанию, так как на вас Саджан рассчитывает. Зарплата на таком самушиле платится раз в неделю, либо раз в месяц, либо раз в полмесяца. Ну, в общем, как попросите, как договоритесь. Давайте теперь с вами выясним общие моменты и специфику работы на самушиле. Что при первом, что при втором варианте, приходить на офис или просыпаться на офисе нужно в 6 утра, и примерно с 7 часов уже начинается работа. Второй момент. Работа всегда будет разная. Отношения, питание, обеды, завтраки, кофе-брейки тоже по-разному. Все зависит от людей, которые заберут вас на работу. Третий момент. Условия жизни всегда будут разные, и все зависит от вас. Можете сами снимать жилье, можете жить на самушиле, можете с друзьями, можете в мотеле, как вам угодно. Есть ряд топовых вопросов, которые вы мне присылаете во все соцсети. И первый вопрос касаемо возраста. Отвечаю. Работать в Корее вы можете хоть 16-17 лет, главное, чтобы была доверенность от родителей, заверенная у нотариуса. Ограничение в возрастных показателях – это 45-50 лет. Есть даже работы в Корее, где приоритетом для того, чтобы вас взяли, является как раз-таки возраст – 45 лет. Второй вопрос немаловажный – это судимость. Если у вас есть загранпаспорт и нет запретов на выезд, смело можете ехать в Корею. В Корее никто о вашей судимости не узнает. И третий вопрос – это кредиты, ипотеки, долги. Отвечаю на него. Если у вас есть долги, вы можете покинуть страну и уехать в Корею до того момента, пока ваша задолженность не перейдет к судебным приставам. Если вами уже занимаются судебные приставы, то выезд вам закрыт за пределы Российской Федерации. Ну а что касается Кореи, им без разницы ваши кредитные истории, о них они не знают.
Друзья, вот такой вот бомбический выпуск подошел к концу. Надеюсь, что теперь вы знаете намного больше информации и не наделаете ошибок при выборе работ. Спасибо большое за просмотр. С вас, как всегда, подписка, лайки, комменты. В общем, все как всегда. Друзья, это просто ваша благодарность моим трудам, которые я делаю для вас. Помните, да, друзья, наши договоренности? Я выкладываю ролик мега информативный. Вы учитесь и едете в Корею, зарабатываете деньги. Ну а меня просто можно отблагодарить лайками, комментариями и вашей подпиской. Все, в принципе, условия крайне простые. И да, кстати, если этот ролик набирает 1000 лайков, я уже прям сразу, вот 1000 лайков стучится ко мне, и я сразу же выкладываю новый ролик. Если нет, то через неделю. Поэтому давайте, друзья, залайкаем этот ролик, потому что он вышел мега офигенный. Мне он очень нравится, надеюсь, и вам тоже. Все, друзья, до скорого. С вами был Work World. Удачи.